Всем привет, друзья, канал Насалим. В работе у нас Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с поливизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы пообщались с владельцем данного автомобиля и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина 7 мм, называется он блокшот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!